Владимир Путин сегодня принял отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева, у которого истекает срок полномочий. Затем президент назначил его временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре. Решение было принято после встречи с Радаевым. Глава государства выслушал доклад о положении дел в области, в том числе о результатах работы в социально-экономической сфере и части выполнения майских указов.